На улицах Тюмени на рекламных экранах появилось видео в поддержку российских военных, которые сейчас выполняют спецоперацию на Украине. В эти дни акции солидарности проходят не только в городах России, но и за границей. Так, у посольства России в Бейруте собрались члены русской диаспоры и ливанцы, которые скандировали «Россия, Ливан с тобой», а также выражали поддержку армии нашей страны. Мы пришли сюда. Что мы учились в России. И говорят про Россию, российские армии, что он оккупанты. Никогда Россия не занимается таким. Всегда они за свободу всех мир и защитили мир в мире. Также акция поддержки России прошла и в Черногории.